Всем доброго времени суток. Многие из вас уже знают, что наша область уже обслуживается компанией «Нафтогаз» вместо «Днепргаза». Поэтому и все реквизиты по платежам изменились. Если вы не получили еще вот такую квитанцию, то вы можете ее найти самостоятельно в интернете. Как это сделать? Заходите в свой личный кабинет на сайте 104.ua. Ищите информацию. Вот она. Здесь есть определенный код. Вот мы его открываем. Вы можете его либо скопировать, либо просто переписать. Вот он. Больше нам этот сайт не нужен. Мы спокойно выходим с него. Теперь нам нужно зайти на сайт «Нафтогаз». Нам нужна вкладка «Для дома». И здесь нам нужно найти свой лицевой счет. Для этого вот мы можем зайти вот в эту вкладку «Дізнатись номер рахунку». Нажимаем сюда. И у нас спрашивают наш вот этот вот код. Если мы его скопировали, мы его просто сюда подставляем. Показываем, что мы не робот. И вот нам высветили наш лицевой счет в «Нафтогазе». Переписываем его или копируем. После этого нам нужно создать свой личный кабинет. Вот у нас есть определенная вкладка. Мы нажимаем «Зарегистрироваться». Вводим наш номер особистого рахунку. Если вы его тоже скопировали, то просто вставляем сюда, даем сгоду и переходим до регистрации. Регистрация здесь совершенно обычная, как на любом сайте. После того, как вы зарегистрировались, вы зашли в свой личный кабинет. Здесь вы можете посмотреть историю разрахунков, где видно, что за май месяц, вот у нас уже есть строка, в которой есть наши данные, которые передал Днепргаз. Если вы хотите увидеть свою квитанцию, вот нажимаем здесь «Отримати рахунок», и у вас появляется ваша квитанция. Вот здесь есть все реквизиты, которые нужны для оплаты. Вот такая очень полезная информация. Всего вам доброго, до новых встреч!